Сколько зарабатывает среднестатистический работник в России? Росстат впервые рассчитал медианную зарплату по новой методике. Она высчитывается в среднем за год на одно рабочее место и за один оплаченный месяц. Об этом сообщает РИА Новости. В 2020 году медианная заработная плата в России составила 32 422 рубля. Расчеты делали, исходя из статистики Пенсионного фонда. Новый показатель разработали из-за того, что МРОТ рассчитывают по-новому. Теперь прожиточный минимум и МРОТ будут привязаны к медианной зарплате и медианному доходу. Новый показатель считается более объективным, чем среднемесячная номинальная зарплата. И она показывает, что у половины трудоустроенных граждан заработок выше этого уровня, а у другой половины ниже. При этом номинальная зарплата оказалась полтора раза выше медианы. В 2020 году она доросла до 51 тысячи рублей. Чем больше разница между медианной и номинальной, тем больше разрыв между доходами россиян. Что касается Бурятии, то номинальная, то есть начисленная заработная плата в республике составила 43 213 рублей, а по медианной пока данных нет. И мы предложили горожанам высказать свое отношение к этому показателю, а заодно спросили, на что хватает их доходов. Большая часть людей говорят получать 32 тысячи. Вот вы согласны с этим? Зарплатой? Ну нет, наверное. Потому что жизнь сейчас дорогая. Нет, конечно. Меньше получает, намного меньше. От 15 до 25 – это край. Я думаю, что большинство не получает 32 тысячи. Я получаю. А ваша зарплата была выше или ниже этой суммы? В эту сумму входила. Ну, выше, конечно. У меня выше. Ниже. Ну, у нас, по идее, не сказать, но все равно чуть побольше. Но у нас условия жития, конечно, это и цены, конечно, у нас подороже. Но в этих, а здесь так вообще мизерные зарплаты. У нас еще как-то более-менее. А я с Алдана, с Якутии. Хватает только на продукты. На все остальное не хватает. Если бы муж не работал, то вообще бы не хватало. Где-то что-то хотелось бы побольше что-то купить, особенно вот в этот период, когда начинаются фрукты, овощи, считайте, ну, все равно же все же дорого, конечно, уже где-то себя ущемляешь. Как бы что-то и к себе купить красивое, ну и не хватает. Меня все устраивает. Не хватало, соответственно, жить на широкую ногу, это в плане покупать что-то себе, путешествовать не хватало. Но только на коммунальные услуги и на продукты питания, все. Ну и надежда. Ну, на жизнь хватает. Нам хватает. Нам грех жаловаться.